Добрый день, уважаемые жители, гости города Пятигорска, дорогие учителя и учащиеся школы. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы собрались на торжественное событие – открытие мемориальной доски в честь замечательного человека, члена Союза писателей СССР и России Александра Федоровича Мосинцева. По решению Думы города Пятигорска от 27 сентября 2018 года в преддверии празднования 40-летия открытия библиотеки присвоить библиотеке филиалу номер 8 имя Александра Федоровича Мосинцева. Невозможно переоценить роль человека, поэта в жизни общества, ведь в его руках любовь и радость, печаль и память, прошлое и будущее, процветание и могущество страны. И это все своей жизнью и творчеством доказал замечательный поэт Александр Федорович Мосинцев. Открытие мемориальной доски в его честь – это возможность еще раз отдать дань памяти и выразить слова благодарности. И сейчас хотелось бы предоставить слово депутату Думы города Пятигорска, директору Государственного музея-заповедника имени Михаила Юрьевича Лермонтова Ирине Вячеславовне Сапаровой. Замечательное событие происходит в нашем городе, и все мы являемся его свидетелями. Я считаю, что одно из самых важных решений, одно из самых нужных решений было принято в этом году Думой нашего города. Это решение о том, чтобы вот эту замечательную библиотеку назвать, дать имя ей, имя Александра Федоровича Мосинцева. Это справедливо, это закономерно. Мы все, ну, по крайней мере, многие из присутствующих здесь очень хорошо знали Александра Федоровича. Я хочу сказать, что он был очень частым гостем нашего музея. Он очень часто участвовал во всех событиях, во всех мероприятиях, был человеком активным, деятельным, неравнодушным. И еще одно очень важное качество, которое, мне кажется, которым обладал Александр Федорович, это, конечно, то, что присуще любому настоящему поэту. Это такое очень острое, болезненное восприятие действительности, того, что происходит. Все то, что он видел, он действительно очень чутко переживал, все это проносил через свое сердце, через свою душу. Вот именно таким болеющим, страдающим, я имею в виду душевно, мы запомнили этого замечательного человека. И, конечно, у него прекрасные стихи, великолепный лирик. Это потрясающие произведения. Вот сегодня у нас ребята здесь присутствуют. Я вам просто хочу посоветовать, придя домой, откройте в интернете поисковик и наберите «Александр Федорович Мосинцев, поэт». И любое стихотворение, которое выйдет в этой системе, вы прочитаете и получите огромное удовольствие. И вы посмотрите, каким замечательным поэтом был Александр Федорович. Я очень рада видеть здесь его собратьев по перу, по творчеству. Это люди, которые знали близко его, с которым он, судьба его свела вот так близко. И это замечательно. И отдельная моя благодарность Александру Ивановичу Куприну. Я знаю, что он был инициатором того, что сегодня мы здесь с вами собрались, и вот такое замечательное решение, и мы сегодня его уже празднуем. Наше управление культуры, одним словом, все люди неравнодушные. Я считаю, вот когда мы все вместе, когда мы объединены какой-то важной идеей, то у нас получаются замечательные события, вот такие, как сегодня. Поэтому всех я поздравляю с праздником. И особые слова, конечно же, сотрудникам библиотеки, которая теперь будет носить имя Александра Федоровича Мосинцева. Всех с праздником! Человек живет во имя жизни, всегда стремится вперед. Покидая этот мир, он оставляет на земле особую память, которая навсегда живет в наших сердцах. Право открыть мемориальную доску памяти Александра Федоровича Мосинцева предоставляется председателю правления Ставропольского краевого отделения Союза писателей России Куприну Александру Ивановичу и члену Союза писателей России Масиенко Александру Алексеевичу.
Слово предоставляется члену Союза писателей России, лауреату губернаторской премии имени Андрея Губина Александру Алексеевичу Матиенко. Дорогие друзья, мы собрались на этот большой праздник в культурной жизни, и не только в культурной жизни нашего Пятигорска, нашего дорогого города. Коллеги Александра Федоровича, его ближайшие друзья, общественные организации, конечно, Государственная Дума, конечно, музей домик Лермонтова, конечно, много раз конечно, и так далее, и так далее. Все, кто пришел сюда, говорят о том, что они любят поэзию, любят людей, которые отдавали всю свою жизнь во имя того, чтобы каждый из нас становился лучше, честнее, красивее. Несколько слов я скажу из своих набросков, но загляну на минутку. В беседах о творчестве Александр Федорович нередко повторял фразу: «Без биографии нет поэта». Он был человек с большой биографией. Выпускник 17-й школы города Пятигорска, выпускник горного техникума во Владикавказе, выпускник института, литературного института имени Горького в Москве, рожденный в станице Китаевской нашего края, по низовых краях, Александр Федорович заслужил такую память, которую мы отдаем ему сегодня. Можно много говорить, я думаю, там в зале люди скажут и почитают его стихи. Вот. Но я, заканчивая свое выступление, скажу, что это первое достойное мероприятие нашего города, которое говорит о том, что культура жива, культура на месте, поэзия продолжает существовать. Кузнецов, Виктор Кузнецов говорил: «Явление поэта без берегов и идет во все концы света, тревожа близких и врагов». Поэзия Александра Федоровича будет еще долго тревожить и близких, и врагов, потому что каждое слово, каждое стихотворение, которое им было написано, было проникнуто большой любовью к родному краю, большой и малой родине, ко всем читателям, к которым он всегда приходил с открытой душой и был беспощаден критике тех, кто халтурно относился к слову, кто не находил возможности посидеть несколько минут над словом. Но я поздравляю вас всех с праздником, желаю дальнейшего нашего благополучного вечера и этой встречи, и в дальнейшем еще и еще больше познакомиться с творчеством Александра Федоровича. Я писал в статьях и говорил устно о том, что это еще до конца не раскрытый, хотя давно большой русский поэт, поэт, которым должна гордиться Россия, и со временем она будет, Россия, гордиться, что есть у нас был такой человек. Он всегда с нами, и мы с ним. Спасибо.
Слово предоставляется председателю правления Ставропольского краевого отделения Союза писателей России Куприну Александру Ивановичу. Дорогие друзья, сегодня у нас необыкновенный день. Это знаменательный день, когда... Да, я думал, нагрубал, что ты его не понимаешь. Целовался с кем-то, понимаешь ли. Да. Микрофон ближе. Знаменателен он тем, что вот новый век, вот сегодня 18-й год, но он знаменателен событием. И вот Ирина Вячеславовна сказала, что инициатива, но не всякая инициатива поддержится. А вот именно у нас в Пятигорске, как сказал Александр Алексеевич, культуре, потому что уделяют внимание, сразу же и Дума города Пятигорска, и администрация, и отдел культуры. Вы обратите внимание, в мае мы приняли решение и обратились в администрацию и в Думу, а в сентябре уже было принято решение присвоить библиотеке имя нашего друга, товарища, большого российского поэта Александра Мосинцева. Я вам хочу сказать, вот молодые, может быть, не все это еще знают, что до этого в нашем городе было три библиотеки, которые носят имя великих писателей. Это библиотека имени Алексея Максимовича Горького, библиотека имени Сергея Владимировича Михалкова, библиотека имени Андрея Терентьевича Губина. И сегодня мы у стен библиотеки, а потом и зайдем в нее, которая носит теперь имя нашего друга, товарища и большого русского поэта Александра Федоровича Мосинцева. Аплодисменты. Человек живет во имя жизни, любит жизнь, науку и людей. Остается память у отчизны из трудов, открытий и идей. И неся цветы к мемориалу, средь забот житейской суеты, верим, будет доброму начало символ нашей памяти – цветы. Дорогие гости, мы предлагаем вам возложить цветы к мемориальной доске поэту. Thank you.
особенный день. День, когда нашей библиотеки, самой крупнейшей библиотеки в микрорайоне, библиотека в микрорайоне получает имя. По древнему преданию, когда человеку присваивает новое имя, то и судьба получает новое дыхание. Наша библиотека отныне будет носить имя, ну, я бы сказала так, лучшего, талантливого, известного поэта Ставрополья, пятигорчанина Александра Федоровича Мосинцева. Человека одаренного, смелого, со своей гражданской позицией, автора многих публикаций. И сегодня мы надеемся, что с этого дня для нас ожидают новый творческий и интересный путь, новые интересные, увлекательные встречи и неожиданные, наверное, партнерские проекты и креативные находки. Поэзия Александра Федоровича Мосинцева, она не оставляет равнодушных никого. Она наполнена своим подлинным патриотизмом и безграничной любовью к своей родине, к своему краю Ставрополю, своей родине России. И недаром у него есть эти строчки, которые говорят «Судьба», которые говорит он «Судьба моя, судьбе России, а без России нет судьбы».
Прозвучала композиция «Новочек Ария» в исполнении студентки Минераловодского художественного колледжа Лизы Дорофеевой. Концерт приветствует, куда же ушли так рано, Ксения Анатольевна Казьмина. Вот мастерство в сочетании с талантом всегда рождает такие вот прекрасные стихи. И порой стихи поэта говорят сами за него больше, чем какие-либо награды. И сегодня, конечно же, я не буду много вдаваться в биографию, но тем не менее, ну совсем немножечко скажем об Александре Федоровиче. Родился в 1938 году в Ставропольском селе Китайске Новосельского района. Окончил школу Пятигорске, гордый техником в Владикавказе. Работал в Сибири буровым рабочим и горным мастером. Много лет трудился на автопредприятиях «Каменвод». И много лет жил в Пятигорске, возглавлял независимую ассоциацию писателей «Каменвод», работал журналистом в газетах «Молодой ленинец», «Кавказский край», «Бизнес КМВ», «Лик Кавказа» и многих других. В 1972 году он очно окончил литературный институт имени Горького. В разное время на Ставрополе у него вышли сборники. Самый первый сборник был «Этого заречья», «Просторная осень», «Сентябрское утро», «Присуха» и другие. А в московском издательстве «Современник» вышли «Пора новолуния», «Арбузный мед». Ну, сейчас я можно буду без микрофона, потому что я туда не могу дойти, буду говорить вам без микрофона. Возьмите, отключите. Дорогие друзья, вот я хочу сказать несколько слов сейчас о том, что за такое короткое время, когда нам сказали, что присвоят имя такого замечательного поэта Александра Мосинцева, мы постарались собрать разнообразный материал о его жизни и творчестве, а также его сборнички, потому как в фонде нашей библиотеки было не так много его книг. Но и вот сделали мы вот такую раскрытую книжную выставку, большую, четыре стеллажа. Первая выставка – это «Светлейший храм его души», эта выставка будет у нас постоянно в читальном зале библиотеки. Здесь собран материал о его жизни и творчестве. Много разных статей критических, кстати, которые очень много сидят в зале, авторов, которые писали бы о нем. Здесь и «Голос Кавказа», и журнал «Мужской характер». Много мы собрали здесь материалов, имена. Здесь и сидит редактор главный, это Александр Иванович Кутрин. Книга, которую тоже собрали очень много о разных писателях, тоже узнает автор этой книги. Вот сидит Алексей Алексеевич Мосинцев. Здесь тоже все... Масиенко. То есть весь материал, который можно было собрать, сгруппировать, мы собрали здесь, в этом отделе выставки. И, конечно же, мы взяли его цитату, которая говорит: «Но если обо мне приятно память, я попрошу одно как благодать. Меня давно отпетого ветрами с улыбкою прощальной вспоминать». Вот мы о его и вспоминаем сегодня. Я думаю, что ему, наверное, это очень приятно. Вот, и вот эту книжечку сейчас возьму с книжной выставки, но пока я о ней немножко позже скажу. Перехожу к этому стеллажику, мы его назвали «Поэтический почерк мастера». Вот сюда мы действительно собрали все его сборнички, которые, ну, я не права, не все сборники, которые есть. Я знаю, что у него вышло более 13 сборников, но у нас всех на выставке, конечно же, их нету. И вот здесь, к слову, я бы хотела обратиться к его собратьям по перу. Вот очень с благодарностью мы бы приняли, если что-то у
вас есть какие-то материалы об Александре Федоровиче, мы бы были очень вам признательны и благодарны. Мы теперь будем собирать в нашей библиотеке фонд Александра Федоровича Мосицева. Ну, это я так к вам с просьбой такой вот обращаюсь. Но я уже, многие вы здесь посмотрели эту выставочку. Здесь и то, что он печаталось в литературном Ставрополе за разные годы и в разных номерах. Потом одна книжечка, единственное, он же писал еще и публицистику, но у нас только одна книжечка «Энергия колес». Вот тоже его публицистика. И далее, почему я вот эту книжечку держу, вы знаете, что эта книга вышла в этом году, она вышла к памяти Александру Федоровичу Мосинцеву, назвали автор и главный редактор этой книги Иваненко Александр Пантелеевич и его помощники. И называется она «И было в радость просыпаться». Это как бы собрание его сочинений полностью в этой книге. Тоже очень жаль, что она в нашей библиотеке только одна. Ее нам подарила Светлана Ильинична Клименко, и мы ей за это очень благодарны. Но почему я взяла эту выставочку, эту книгу? Потому как книга состоит из 6 глав, и самая последняя глава называется «Книги его судьбы». То есть вы здесь, многие сидящие в этом зале, писали о нем, писали очень интересно. Так как книга у нас одна, мы решили эту главу раскрыть шире для нашего читателя, для удобства, если кто хочет ближе познакомиться с творчеством и жизнью этого замечательного поэта. И мы сделали свое заглавие такое «Вспоминая поэта». То есть мы все статьи, которые опубликованы в 6 главе, мы их все распечатали, нашли ваши фотографии. И вот рядом все вы посмотрите, и Барбара все, Разумовская, статья, портрет, То есть вот мы раскрыли просто эту книгу, не имея просто еще одной книги такой. Ну и последний стеллаж, который творческие встречи в библиотеке. Вы знаете, что в библиотеке проходило очень много творческих встреч с его творчеством. И за разные годы, что мы могли, она такая красочная. Многие из вас узнают себя на этих фотографиях и вспомните вечера. Ну и, конечно, поместили все статьи, которые печатались в «Пятигорской правде» и «Кавказской здравнице». Но я что еще хочу сказать? Коль на нас легла такая ответственность носить имя этого замечательного поэта, я приглашаю всех, наверное, к сотрудничеству. В этом году, в следующем году, к Дню поэзии мы запланировали вечер большой, посвященный Александру Федоровичу Мосинцеву. Поэтому я заблаговременно всех приглашаю, мы созвонимся и сделаем ему здесь такой вот теплый вечер. Еще планы наши входят в этом году, мы хотим сделать его библиографический указатель, как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Ну, вот все как бы можно говорить до бесконечности об этом замечательном поэте, но вы знаете, наверное, лучше услышать его живой голос. Чувство, что вы не опоздали за время.
России, если жизнь и понятие, конечно, уже не будет. Заповеди, святы, неожиданный расклад. Если сын дураковатый, значит, батька виноват. Мы, наследники победы, утверждая свои сады. Мы, наследники победы, утверждаясь так и сяк, на своих отцов и дедов всех решимся. Столб извитый базаром, судьбы, ряды, мне не было. Не хватало писать старым знаком, воли и ума. Ну, поразумей, в чьей задаче там через реке дом смесов тебе дурачит власть на русском языке. Провощая жизнь забаву, хорошо подложи бить. Если дом на старом, славу, на халяву учить, и блажить, что вашим дедам, отцам, родителям лет совершенно неведом вкус свершений побед, не они смогли, как будто в страшное возрастание, с уголовной славить смутой, чтобы жизнь мертвым станет. Врет, цель деяний зная, где узахнет, где на беги, рожи не уступая, ни клочка от музыки. Потому в плеву похмелье все очень непросто. Мы всегда отдельно работаем. Варламов, «Ты не пой, соловей» исполняет Полина Погорелова и Настя Бригида. Предоставить слово
исполняющий обязанности начальника управления культуры в администрации города Татьяне Антоновне Литвиновой. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые жители, добрый день, уважаемые коллеги, потому что здесь очень много библиотечных работников. Действительно, у нас сегодня такой особенный день, и мы с вами открыли доску память о нашем великолепном поэте, о нашем друге Александре Федоровиче Мосинцеве. Вы знаете, я сегодня почему-то целый день, вот все время постоянно в таких мыслях, зная о том, что у нас будет это особое мероприятие, постоянно вспоминала его живым. И вот как-то прям так в унисон увидела именно кадры с его живым голосом. И ведь это здорово, когда мы с вами принимаем все меры для того, чтобы увековечить память о том или ином нашем поэте, писателе, деятеле культуры, искусства. И я хочу сказать, что мы сейчас с вами стоим в преддверии 40-летия нашей библиотеки номер 8. Это очень знаковое такое мероприятие, может, не мероприятие, событие особенное. В нашей библиотеке в 2019 году будет 40 лет. Мы будем, я надеюсь, отмечать обязательно вместе с вами. И, конечно, вот как сказал Александр Иванович, действительно, это четвертая по счету библиотека, которая теперь имеет почетное звание. А их у нас очень много, 16 библиотек. Поэтому у нас впереди еще много задач, поле деятельности. Только ваши предложения, инициативы мы всегда поддерживаем. Я хочу сказать особые слова благодарности Александру Ивановичу Куприну. Вы знаете, вот он молодец, он просто здорово, он как-то ворвался в нашу жизнь. Вот именно с таким предложением мы все поддержали. Вот Ирина Вячеславовна здесь присутствует, она депутат Думы, и вот когда мы вышли с предложением к нашим депутатам, некоторые немножечко вроде как стали колебаться. Но вот я хочу сказать спасибо ей большое. Ирина Вячеславовна смогла сразу выступить, поддержать, вспомнить нашего Александра Федоровича, даже прочитать строки из его стихотворения. И то есть вот так мы все вместе, в общем-то, приложили усилия к тому, чтобы вот получилось у нас такое знаковое событие. Это здорово. Наша библиотека номер 8, она находится в микрорайоне Белая Ромашка, а здесь очень много высших и средних учебных заведений, здесь очень много школ. И поэтому я уверена, Людмила Витальевна вместе со своим коллективом великолепным приложит максимум усилий для того, чтобы наш зал читальный не пустовал, чтобы часто у нас проходили встречи, беседы интересные. И я уверена, что каждый из вас, поэт, писатель, или это работник музея, библиотеки, поддержит это начинание. И я уверена, что у нас все получится. Я хочу поблагодарить весь коллектив. Людмила Витальевна сегодня очень волнуется. Вы знаете, я просто вот сейчас ее слушала и думаю, ну она же все, вчера мы с ней сидели, размышляли, она мне все рассказывала, она с такой душой подошла к этому событию. Она все великолепно знала, она не запиналась, она знала все фамилии, имена, отчества. Но вот сегодня она просто, вы знаете, просто надо скидку сделать, что она очень волновалась. Но она лично сама принимала участие. И билеты подготовили пригласительные, и всех-всех пригласили. И, в общем-то, она очень-очень старалась. Спасибо вам большое, спасибо коллективу вашему. И я, вы знаете, хочу просто воспользоваться моментом, сказать о том, что каждая библиотека – это храм, в общем-то, храм культуры и знаний. И поэтому, вот, воспользуясь вашей аудиторией, вот попросила Людмила Витальевна, у нас есть почетная грамота от Министерства культуры Ставропольского края за особый вклад в развитие культуры и искусства Ставропольского края Ильченко Алисе Борисовне. Это библиотекарь нашей библиотеки филиала номер 8 централизованной библиотечной системы. Наша ведущая, великолепный библиотекарь. И я думаю, награда заслуженная. Вам спасибо всем. Олеся особенно. Олеся, конечно, это будущий у нее
очень большой запас, и много еще впереди в нее разных творческих начинаний. Она действительно замечательный сотрудник нашей библиотеки. Ну, сейчас я предоставляю слово директору Централизованной библиотечной системы города Пятигорске Флоренс Николаевне Орловой. Еще раз у нас есть сегодня повод увидеть вас вот так всех вместе. У всех дела, и мы собираемся по каким-то большим праздникам или в преддверии больших событий. Я хотела бы от всего коллектива нашей Централизованной библиотечной системы в память от нашей замечательной дружбы, о том, что вы все всегда с радостью приходите в библиотеки, пусть в центральную городскую, пусть в расположенные рядом с домом, кому-то как ближе, но мы всегда имеем возможность и видеть вас, и общаться с вами. Мы очень рады, когда вы приходите и приносите нам свои вот новые стихи, какие-то новые вышедшие книги. Мы радуемся вместе с вами. А зачастую нам выпадает честь быть первыми вашими слушателями. Спасибо вам за это огромное. И, конечно, сегодня мне хотелось бы сказать не только об Александре Федоровиче Мосинцеве, которого мы все любили, с которым мы всегда были рады встречаться и в Центральной городской библиотеке, и сюда, в эту библиотеку он тоже захаживал к нам. Его жизнерадостность, его жизнелюбие, его веселый характер, чувство юмора. Все это, конечно, никто из нас с вами не забудет. Большое спасибо коллективу, ведь сегодня мы не только присвоили имя Александра Федоровича Мосинцева. Когда встал вопрос, какой библиотеке, и наши уважаемые депутаты спросили, какая же библиотека достойна и будет носить имя большого ставропольского поэта, которого знает не только край, но и Россия, знают за рубежом. Мы даже не задумывались. Сразу решили, что это будет библиотека номер 8, ее замечательный коллектив, ведь не только имя присвоено, оно обязывает, и выбирали коллектив не только, который лучше всех работает, большая библиотека, много читателей, большой микрорайон, который может принять большое количество гостей. Но в ней работают и мастера своего дела, библиотекари, которые владеют именно вот и системой, и поиска, сбора информации, и которые могут воплотить это в жизнь и с честью нести имя нашего уважаемого земляка. Спасибо большое, Людмила Витальевна, вашему коллективу замечательному, удачи. И здесь, я думаю, это теплые встречи с поэтами, с писателями, память о нашем уважаемом Александре Федоровиче. И будет продолжать жить тот мир, необыкновенный мир библиотек, который собирает вокруг себя всех творческих людей. Спасибо. Полина Погорелова, Франц Шуберт, Форель. Летит.
дальнейшего вечера. Председателю Ставропольского краевого отделения Союза писателей Александру Ивановичу Куприну. Дорогие друзья, действительно, значит, зал-то, вот они все люди, что через, к ним через микрофон обращаться. Дорогие друзья, вы знаете, действительно, для поэтов, писателей, членов литературных объединений, а сегодня здесь члены литературных объединений, наше старейшее литературное объединение, слово имени Финди Копиевой, руководитель ее здесь, член Союза писателей России Сусана Барамян. Здесь литературное объединение. Шестое чувство есть здесь? Шестое да, чувство. Есть. Во, шестое чувство. Просто я Галины Ильиничны не вижу здесь. Вот. Литературное объединение «Арфа». Арфа, ну-ка поднимите руки, чтобы видел. Есть, есть. Есть, есть, есть. А ну, голоса. Литературное объединение «Арфа». Вот. Здесь же литературное объединение «Восхождение» Анатолия. А? Истоки озарения. Истоки озарения. Озарение. Правильно? Озарение? Истоки озарения. Ессентукина. А, Ессентуки. Я про Пятигорск говорю. Вы знаете, да, да. И гости из Кавказских минеральных вод. И первое слово я хочу предоставить члену Союза писателей России, который создал Иолову арфу при газете «Пятигорская правда» народному поэту Карачаева-Черкесии Анатолию Трилисову. Не надо мне. Конечно. Любого микрофона. И на русском. Дорогие друзья, я смотрю на... Вот сменился только что. Он в белых одеяниях, заметили? И голубое небо проглядывает. Как апостол русской поэзии смотрит на нас. Вы посмотрите, ведь ему 80 лет уже. Да, апостольский возраст. И главное, что интересно, библиотеке 40 будет лет. Вы же замечаете, как стыкуется все. Жизнь стыкуется. Значит, получается 120 лет. Или пополам. 40 и 40, 80. Но главное, пережил Иисуса Христа 33 года. Ну, это вечно 33 будет жить. Как вот... Говорят, а какой возраст, спрашивают евангелисты, или какие-то там пятидесятники, у Христа. Ну, что я им буду говорить, человек? Вы говорю, честно. Идите, говорю, своей дорогой. Я другой, отношусь к другой вере. Знаете, с Мосинцем мы дружили, часто встречались, очень часто. Бывало, за рюмкой я ему как-то сказал... Чая, да. Я ему сказал, Сашка, вот ты когда-то напьешься, ну просто воплощение дьявола. А когда ты трезв, ну настоящий ангел, и вот на нас смотрит действительно ангел. Представляете, а какая у него была поэзия, и какая она есть, она осталась навсегда. Как-то случилось, что я за месяц до его кончины, буквально день в день, был у него дома. И... Написал потом стихотворение. Я о нем ничего не писал, потому что это великий поэт. Сравниваться нельзя. И я поэтому написал такое короткое стихотворение «Вспомни Саша, как будто он живой». Александру Мосинцу за месяц до его кончины. «Вспомни Саша, как мы грустили, доживая остаток лет, как с тобой водочку пили, среди нас уже многих нет. Знаешь, Толя, мне все обрыдло, жить не хочется, ты сказала. И сквозь слезы мне было видно, свет стал меркнуть в твоих глазах. Скоро-скоро дорогой млечной наши души летят высоко. Ах, как жаль, что время не вечно для романтиков стариков. Я эту книгу дарю библиотеке. Потому что здесь поэма о Шолохове. Я вчера читал эту... Сын приезжал, улетает уже сегодня.
Москву выйти. Через Москву. Потому что опять не летает самолет на Ближний Восток. Что творится с нашим аэропортом, не знаю. То закрывает, то открывает. Это не с нашим, это в стране. Да нет, почему? Через Ростов опять лететь, представляете? Я просто не подписываю, это все я. Спасибо вам большое. Здесь что? Я готовил две книги. Но не буду историю рассказывать, она тут связана так, с Пятигорском, но не очень красиво, я не хочу. Но дело в том, что пришлось в одну книгу две вставить, «Под небом Кавказа», и здесь я написал о народных поэтах, о тех поэтах, которых знал. Вся часть вторая посвящена поэзии Ставрополья. А первая Михаилу Александровичу Шолохову и Ростову. Это моя роль. Спасибо. Спасибо всем. Прекрасно. Не болеть, самое главное. И поздравляю вас с наступающим Новым годом. И со светлым праздником Рождества Христова. Дорогие друзья, и вот так вот сложилось, что в библиотеке имени Александра Мосинцева работает литературное объединение, которое носит тоже поэта, имя поэта, члена Союза писателей России Евгения Зимина. И вот я хочу сейчас предоставить слово руководителю литературного объединения имени Евгения Зимина Анатолию Полозенко. Добрый день. Ну, прежде чем спеть для вас песню, я несколько слов скажу о Александре Федоровиче. Александр Федорович – это был и есть поэт от Бога. Есть, потому что поэт живет, пока живет его творчество. Александр Федорович бережно, с любовью относился к слову. Он для своих строк искал такие редкие слова, которые часто забываются в нашей повседневной речи, тем и уникальна его поэзия. Его поэзия, она напитана особенным колоритом, несравнимой. Поэзия несравнима с другими собратьями по перу. Вот. И я очень рад, что в библиотеке работает замечательный коллектив, замечательный директор Людмила Витальевна, где я провожу поэтические занятия со слушателями нашего объединения «Восхождение», присвоенное его имя. Раньше просто называли «Библиотека номер 8», а теперь с этого дня, с этих минут она будет называться «Библиотека имени Александра Мосинцева». Это звучит. Это здорово. Вот. Я сейчас для вас спою песню. Я часто исполняю свои авторские песни, но сегодня я хочу спеть для вас песню Олега Митяева «Изгиб гитары желтой». Она, мне кажется, очень подходит к сегодняшнему событию. Изгиб гитары желтой обнимешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь, качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня
все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце забеглись. Мечтами и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Извив гитары желтой, ты обнимешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Песня Ольги из оперы «Русалка» Александра Даргомышского в исполнении Ани Шориной. Частые гости, всегда никогда не отказывают, всегда это уже новый состав прошел в этом году, до этого были другие ребята, они уже поступили, учатся где-то в консерватории. Я очень вам благодарна, Татьяна Лукинична. Спасибо. Что вы никогда не отказываете. Спасибо, Ксения Анатольевна, и спасибо, девочки, вам. Удачи вам! Я прошу извинения, вы знаете, у нас сегодня не получилось распевки, поэтому, знаете, с корабля на бал.
могли, поэтому есть какие-то моменты, вы сами понимаете, слышите, мы просим вам извинения. Ну а так, спасибо вам. Показывал вам уже эту книгу, я хочу к ней обратиться снова, потому что эта книга была сделана с такой любовью, с такой внимательностью, с такой заботой о нашем друге, о большом поэте. Вот смотрите, вот фотографию вот эту, вы обратите внимание, это та, отсюда и взяли на доску мемориальную. А здесь, смотрите, какая прекрасная фотография. Древо это ж жизни. Надо было. А? Древо жизни. Древо жизни, да. Это, ну, это говорит художник, это говорит главный редактор. Я хочу сказать, что и подобраны материалы великолепно. Александр Пантелеевич, большущее тебе спасибо. Здесь проделана просто громаднейшая работа. Но я думаю, она была ему в радость, поэтому, потому что это была работа для своего друга. Сколько вместе они прошли, как журналисты, здесь уже говорили, и газету выпускали. И вместе они создали, если кто еще не знает, что в Кисловодске есть издательство «Мил», знаете, «Мил». Насильно «Мил» не будешь. «Мил» насильно не будешь, как он говорит. А «Мил» – это по первым буквам ее создателей. Мосинцев, М, Иваненко и Лукашевич – издатель «Мил». Вот вам. И я хочу предоставить слово с удовольствием Александру Пантелеевичу. У меня просьба. Если и можете, вот этот стул сюда. Да, пожалуйста. Пожалуйста. А то мне неудобно спиной сидеть. Вы знаете, когда ты на своих двоих, ты не замечаешь. Он стоит стать калекой, все язвы мира испытаешь. Кто-то пройдет мимо, кто-то, наоборот, руку протянет. Старшеклассники бегут через дорогу, там, сумку какую-нибудь поднести, там, ну и так далее. Я чуть больше задержусь на его не стихах, на его жизни, потому что, родившись до войны, он трехлетним мальчишкой вошел в войну. Отец был уже на фронте, воевал, и они ждали каждую весточку с матерью. Потом с печалью узнали, что он тяжело ранен где-то в 44-м году, но никто из семьи не знал, что отец больше не вернется в семью. А женится на той медсестре, которая за ним ухаживала, и останется на Украине. Это была катастрофа и удар по самолюбию Саши и по его будущей биографии. Вот. И когда он появился там в 50-м году, в 56-м, Саша с ним не стал встречаться, он считал его предателем. И даже потом молочный брат приезжал, офицер. И он его не очень жаловал, но мать настояла, чтобы он был в доме и так далее. Это вот первое предательство, которое перенес Александр Федорович в своей жизни. А потом будет их много. Будет и в школе. Он, кстати, учился в мужской гимназии. Тогда было разделение на женскую и мужскую. И только последние полгода их соединили. И вот, кстати, Светлана Ильинична Клименко, она была в женской, и там оказались они вместе в одной гимназии. Так жила страна, вот, разделена. Может быть, и правильно в чем-то было. Мне это очень трудно. Но он не принял отчима. Он вообще не воспринимал его ни одной идеи, ничего. И считал его вторым потом придет, потому что тот отчим уйдет к первой жене, рядом дверь будет. Вот. И даже когда тот его оскорбил, он топор поднял. Вот. Ну как-то его удержали, и он не попал ни в места столь отдаленные, а выходил.
мчится во Владикавказ, чтобы здесь никого не увидеть. Вот. Вот как выплавляется сталь, горнорудный этот техникум, он это тоже прошел, прошел великие командировки до глубокой Сибири, на северах был и возвращался сюда, но он заболел, его распределили в район Братска, вот, и он там заболел, у него что-то с желудком, и он перенес операцию, и его спас врач-еврей. И когда заходили разговоры, вот мы же в жизни сидим и говорим, да, он еврей там, да, он их защищал. Он сказал, вы знаете, если бы не тот еврей, я бы с вами не сидел. Вот. Но уже ему претила та работа по его диплому. Он был мастером. Вот. И он принял решение, он стал писать стихи, он еще в школе там писал и ходил в Копеевой на занятия в Пятигорскую правду тогда. Вот. И там он вдруг начал писать. И посылать, его призвали в армию и комиссовать. И в Ростове-на-Дону он встретился там с настоящими профессиональными поэтами, и они ему посоветовали учиться. Спросили, ты откуда? Со Ставрополя. И он обратился к председателю Союза писателей Ставрополя дать ему направление в литературный институт Горького, потому что он уже не был мальчиком, уже за плечами и работа была, и служба в армии, и техникум. Вот. Они сказали, мы не можем тебе дать, потому что мы вручили Геннадию Колесникову. Поступишься, езжай. А на следующий год, пожалуйста. И он поехал. И увидел там Колесникова, который не хотел учиться. Бродил по этажам, все, и он его уговорил отдать ему направление. И тот сказал, пожалуйста, бутылка водки, вот направление. И так они поладили. Так Саша поступил в литературный институт Горького, о котором потом не жалел. Потому что было много встреч с действительно профессионалом. Поэтами из зарубежья. Вот. Он очень дорожил каждым именем. И у нас были разговоры, сказал, о, вот это писатель, вот это поэт. Вот. И когда он распределился на Ставрополье, его, естественно, пригласили в Союз писателей работать. Тогда уже выходил журнал «Литературное Ставрополье», и ему предложили место ответственного секретаря. Он говорил, ну я ничего не понимаю. Вот совершенно. И мои эти тетки, которые там набирали в типографии, они мне больше всего подсказывали там и так далее. И он оставил эту работу и переехал сюда к матери, которая уже жила в Пятигорске. Вот. А что он назывался? Ставрополье. Ставрополье, наверное, да, где-то так. Ну, он там Чернов был, да, он о нем очень. Вот он мне сильно помогал. Вот. А здесь не было работы. И тогда, учитывая, что это эпоха Советского Союза, мы строили сначала коммунизм, потом отказались и сказали, это развитой социализм. И на каждом предприятии были свои летописцы. И он попал в автоколонну, выпускал плакаты о победителях соревнования, вот, обязательствах. Я его видел в типографии, он там стоял с этими рабочими, которые разворачивали эти плакаты. Вот. И вдруг рухнул Советский Союз, и он оказался без работы. И однажды, а у нас уже выходила газета по Северному Кавказу, «Кавказский край», вот, и однажды мы встретились, ну, где-то в городе. И он говорит, я иду от автостанции, от автовокзала. Я говорю, чего? А он говорит, там мост есть, и под мостом собираются мужики, которых снимают, копать огороды, там что-то строить, катухи всякие. И я, говорит, вот
топор засунул за пояс, и вот с топором здесь стою. И мы договорились, что он придет в газету. Но у нас не было должности заместителя редактора. И мы выбили в Ставрополь эту должность, и он стал заместителем редактора, и весь окунулся. Но для него журналистика – это было что-то новое. Поэтому входил тяжело, чего-то боялся всего. Я говорю: Саша, уже нет цензуры. Вот. И вот однажды, когда был большой поток беженцев из Чечни, вот, нам нужно было писать, потому что газета шла до самой Махачкалы и даже до Баку. И Адыгея, и Ростов-на-Дону. Вот. И у нас оказались беженцами преподаватели пединститута Грозненского. Среди них был Крикунов. Он потом задержался в Георгиевске, преподавал в каком-то техникуме, да, и начал нам писать. Вот. И писал так робко тоже, стыдливо где-то, знаешь, как бы чего не вышло. А тут нужна была командировка. Он сказал: да поехали, у меня там в высотном доме на 6-м этаже квартира есть, у меня большая библиотека, мне надо кое-что перевести. Вот. И когда они приехали, а ехали они электричкой, и еще ближе сошлись, приехали в Грозное. И когда они поднялись на 6-й, выбиты двери, вся эта библиотека выброшена во двор, фолианты, понимаете? И он поднимал их и плакал. И им повстречался его выпускник. Он говорит: поехали ко мне на рабочую заставу, там, где у них добыча шла нефти. Говорит: у нас свой нефтяной поселочек. Это все в составе, как у нас Горячеводск в составе Пятигорска. Мы приехали, уже начинало, так сказать, темнеть, он не может прийти в себя. Тот ввел в дом, вот, ну, обычный дом рабочего человека. А свет не зажигают. Он говорит: а чего? А он говорит: нельзя. Вот сейчас я включу свет, и по окнам будут стрелять. И что ты думаешь? Даже не включая свет, начали стрелять. Вот. Потом приехал патруль, вот. А на утро нужно было уже внедряться в действие и писать. И, естественно, не оказались в этих органах. Подходили к зданию, к ментам, как мы говорим, и кто-то кинул гранату. И граната выбила двери, там все. И потом они оказались на станции Минутки. Они были свидетелями, когда бульдозером за шею был памятник Ермолову, стянут. Его многие возмущались, что это история. И тогда во дворе пятиэтажек поставили около какого-то дерева внутри этот бюст. Вот. Но туда кидали пакеты. Тогда поставили двухэтажный кирпичный белый забор, чтобы не было видно. И там играли дети, а пакеты все равно кидали. Тогда люди потребовали убрать Ермолова. И это вот все выпало на одну командировку. Это очень существенно. Чем она закончилась, я не буду вам говорить, потому что я хочу два важных факта, вы люди пишущие, вам рассказать о наших встречах с Абдулатипом. Он тогда был министр по межнациональным отношениям. Умнейший человек, у меня потом судьба трижды сводилась с ним. И у нас была командировка в Южную Осетию. Там ужас, что творится. И там и проехать было невозможно. И тогда чекисты провели Колю Прокопца и его в Хинвал. И они там застряли, потому что начались обстрелы. И говорит: на наше счастье, они обстреляли, на несчастье евреев, еврейский квартал. Я не знал, это горские евреи, там таты или кто. Они уже успели эмигрировать в Европу и в Израиль. И одна осталась тетя Соня. И она сидела у входа двухэтажного дома жилого на ступеньках и просто плакала.
Но они ее там успокаивали, все. И когда мы написали об этом, газета шла в Европу, сразу подняли лозунги: «Свободу тете Соне!» И то они поддерживали грузин, которые бомбили. А тут бомбят еврейские кварталы, и они сразу повернулись против Саакашвили. Понимаете? Вот как об этом писать? Это было очень сложно. Мало того, они и так же тяжело через верхние эти вершины вернулись. И третий момент, который вот я еще хочу подчеркнуть. Вы люди пишущие, и многое должны знать. Тот же Абдулатип, вот нам позвонил, устроить миротворческую миссию в Пятигорске и созвать всех президентов этих республик, областей, краев в интуристе на втором этаже. И мы, и там был, был малый зал для высоких приемов, длинный стол. И вот нас человек 40 сидело за столом, и второй ряд была пресса. И вел, конечно, Абдулатип. Но напротив каждого сидящего стоял флажок. Там дагестанский, там, или Ростовская область, или Адыгея, или еще кто-то. Вот там Чечня. И вдруг он спрашивает: вот стоит флажок, я не вижу чей, и, а кто не приехал? Кто-то говорит: Дудаев. Он говорит: как Дудаев не приехал? Я вчера в 11 вечера с ним говорил, он сказал: в 6 утра выезжаем, а мы в 11 где-то встречались. Вот. И он сказал: это непорядок, это неуважение других президентов. И вдруг выкрик из зала: а вы кто такой, что нам указывает? Хотим — приезжаем. Он сказал: а кто это возмущается? Президент Адыгеи. А он его назвал там по имени отчеству. Говорит: скажите, я вам вашей республике помогал или не помогал? Ну, помогал. Не просто «ну», я вам помог выйти из состава Краснодарского края. Но знаете, из состава Краснодарского края выйти можно, из России никогда. Вот. И это вот заткнулось. И вдруг вопрос: а зачем здесь собрались вот все эти лидеры? Вот. И один из журналистов, это Саша Евтушенко, он потом в «Комсомольской правде» работал, а у нас до этого работал. И он говорит: не выполняете ли вы ту миссию врача? Он говорит: что за миссия врача? Он говорит: я сам врач, я окончил медицинское училище в Махачкале и распределился в самый глухой район. Вот, я думал, мы с матерью будем жить в каком-то районе, но у меня далеко, Забхай. Я приехал, а там нет кадров. Там одна санитарка, которая убирает эти две комнатки, и все. И я главный. Кого прооперировать, кого что-то, там роженица. И говорит, он сошелся с молодыми там интеллигенцией. И говорит, и вдруг у одного этого моего нового приятеля жена рожает. И рожает тяжело. И, естественно, его в этот самый, в эти комнатки, где он и жил, и где принимал, она попала. И вдруг малыш рождается мертв. А отец ходит вокруг этой больнички, вот, и переживает. И я думаю, а как я к нему выйду и скажу, что у тебя мертвый сын. И я лихорадочно начинаю искать в энциклопедии, что случилось, почему родился мертвый ребенок. И позвонил в Москву какому-то профессору. Тот говорит: возьми малыша, посади на руку и стукни его в спину. И если он вскрикнет, он будет жить. Он так и сделал, малыш вскрикнул. И тот открыл дверь. Он говорит: у тебя сын, поздравляю. Вот. Но самое любопытное была фраза: вот вы ударили в спину мертвым. Вы здесь собрали людей дать толчок к нам взад и в спину. Он сказал: да. Считайте, что такое вот наше решение. Как об этом писать? Очень много было таких трудных моментов. И если здесь действительно пройдет вечер,
мне не 5 минут дать, а 45 минут, и я вам расскажу, что к чему. И как он принимал молодых поэтов, и поэтов из глубин. И вот, вот читает их вот так, как говорит. Ну ладно, ты не знаешь, как рифмовать. У тебя все глаголы в конце, там, пошел, пришел, сел, ушел, там, и так далее. Но самое главное у тебя нет. У тебя в стихах нет улыбки. Вот если научишься, и появится улыбка, ты победил. И ты завоюешь. Вот. Спасибо. Слово предоставляется члену Союза писателей России, руководителю литературного объединения имени Кенди Капиева Сусане Баграмян. Добрый день, дорогие друзья. С Александром Федоровичем Осинцевым я познакомилась в 2008 году на его юбилейном вечере в Пятигорской центральной библиотеке имени Горького. Потом были другие творческие встречи. Остались книги с его дарственной надписью. Конечно, сердце, светлая память об этом талантливом, замечательном человеке. Я прочту одно из понравившихся мне стихотворений. Ко мне приходит женщина одна, которую я толком не знаю. И в общем в этом не ее вина и не моя, насколько понимаю. Но что нас так опоздано свело, свечение крыл гусиных на закате, весны брожение или ремесло, которое нам даровал Создатель. Но я боюсь, что завтра станет ей нужней мой голос, норов, губы, руки. Промчались стаи наших лебедей, теперь и встречи с привкусом разлуки. Такой расклад, а жизнь берет свое, мне нравится без всякого изыска, безбожная отвязанность ее мальчишеского вызова и риска. И кажется, у ночи нет конца, когда как птаха просится в ладони овал ее монгольского лица, ее прически перелив вороний. Мы разные, и в этом спору нет, но длится, длится общее дыхание, и жизнь всего лишь душ соприкасание, летящих, словно бабочки на свет. Спасибо, Светлана, спасибо. А сейчас я хочу предоставить слово Юрию Тимашеву, город Георгиевск. У него есть стихотворение, которое он посвятил, конечно же, Александр Мосинцев. Ну, скажу сразу, стихотворение написано лет 10-15 назад, не на скорую руку. Одна знакомая мне рассказала один эпизод из жизни Александра Федоровича. Ну, его можно воспринимать по-разному, но он мне показался интересным. Гордитесь обществом поэта. Значит, такая предпосылка была, но сейчас я раскрою. Тогда он был анонимно отпечаталась. Один известный на КМВ поэт принципиально отказывался оплачивать проезд трамвая и в конце концов убедил вагоновожатых не брать с него денег. Ползет трамвай, битком набитый, снует кондуктор взад-вперед, а у окна мужчина с книгой такую громко речь ведет. Отстаньте со своим билетом, я необычный пассажир. Гордитесь обществом поэта, с поэзией светлее мир. И дело здесь не в крохоборстве, незамутненным был кристалл. Последний рубль он без притворства друзьям нередко отдавал. С собой заставил он считаться, пусть даже через эпатаж. Когда к властям не достучаться, когда таланту не издаться, хащель стекло пусть будет наш. В его стихах любовь к России, ее простору синева, но многим помнятся простые, полны достоинства слова. Останьте со своим билетом, я необычный пассажир. Гордитесь обществом поэта, с поэзией светлее мир. Я думаю, настанут времена, когда поэты и работники библиотек должны ездить бесплатно. А вот к вам, Александр Иванович, вопрос. Вы заметили, как последние 2-3 года
возвращают великие имена в России. Да. То сначала вообще кто великий в России, а сейчас аэропорт. Аэропорт, да? Да. Вы знаете, что долгая борьба шла за название аэропорта Ставрополя имени Раисы Максимовны Горбачёвой. И на последнем этапе, а я вам скажу, мы получили сейчас рукопись из фонда Горбачёва, рассказать о семье, страниц 600 или 500. И там их же воспринимало Запад вообще на ура. Ну да. Вот. И когда они узнали, что она заболела онкологией, но мало того, она помогала онкологически больным детям. И тогда весь мир по 20 миллионов долларов на ее имя слал. Вот, и пришло несколько миллиардов, что она могла открыть вторую больницу. В Москве самое сложное было. Дорогое оборудование. Оно шло со всего мира, и Японии, и Индии. Там. Ну и чем Ставрополь? Вот. И я сейчас эту книгу делаю, и много вранья на них навешали. И недавно Горбачёв, выступая, сказал, да, нет, Горбачёв, фразу я вам скажу. Да. Он сказал так. Вот вы говорите, я делал ошибки. А где вы были, когда я ошибки делал? А окружение же. Ну, понятно. Оно и предало все. Так а чем закончилось Ставрополь? В Ставрополе Ермолова присвоили, а в Минводах Суворова. Лермонтова, да, простите. Дорогие друзья. Разве не Суворов? Ну, Лермонтов. Город Минеральные воды. Там боролась. Член Союза писателей России Николай Бондаренко. Вы думаете, он его плохо знает? Он очень. Ладно. Дорогие друзья, меня с Александром Федоровичем познакомила его, так сказать, воспитанница, его протеже Раиса Котовская. Да, ну, ведь он ей дал рекомендацию в институт в литературный. Который она успешно окончила. Да, который она успешно окончила. И вот мы с Раисой были друзья, поэтому мы часто приезжали на ассоциацию писателей. И так завязалась наша дружба. А когда я переехал в 2002 году в Пятигорск, я тут 8 лет, последние 8 лет с ним встречался, ну, почти ежедневно. Мы встречались вот у Александра Пантелеича в его издательстве, да. И, ну, порой даже 2-3 раза в день виделись. И когда... Нет, и была причина. Так, подождите, ребята, давайте так. У нас не беседа, выступает человек. Все. И, ну, он мне в процессе этого дарил книги свои авторские. Вот, и последнее прижизненное издание книжки он мне подписал так. Живи долго, Коля, помни, о чем мы говорили на встречах у Иваненко. Я обалдел. Да мы же каких только тем не касались. Что же мой? Что я должен помнить? Да я, в общем-то, все помню, но... Ну, слишком вот. Много. Были, да, в двух кварталах. И внезапно, значит, ну, один из майских дней он ушел из жизни. Мы его похоронили и договорились со всеми ребятами, поэтами, встречаться ежегодно у него на кладбище, поминать, читать стихи. И вот ровно через год мы встретились на его могиле, и я прочитал такое стихотворение. Ты написал мне: «Живи долго, Коля», а я-то думал, вместе поживем. Прошел лишь год, на то Господня воля,
И вот весна бурлит, цветенье кружевьем, и солнце тянет теплые ладони к промерзшим душам мирных горожан. И май прозрачен, светел и бездонен, а ты не ушел, ты убежал. Чего тебе казалось опасаться? Стихи на зависть, мысли глубоки, но ты спешил, боясь не дописаться до той, до главной, до большой строки. И вот теперь мы все осиротели. Прощальные слова, а в горле ком. Прости нас, Саша, разве мы хотели когда-нибудь подумать о таком, что майским утром за стеной больницы непрочная прервется жизни нить, и ничего опять не повторится, как ты любил при жизни говорить. Фиг ей, костлявой, даже в знак протеста, хоть знаем, что в свой срок и мы умрем, мы будем жить, ты в Царстве Небесном, мы на земле, но дружбы не прервем. Спасибо. Мы регулярно приходим 1 июня к нему на могилу, вспоминаем, ну когда 1, когда 3, да, ну в основном вспоминаем, читаем стихи. Нет, последние два года чаще. И дружбы не прервали. Печати его. Спасибо, Николай Павлович. Сюда, постой рядом со мной. Минеральные воды, Николай Пантелеевич. Он напомнил еще прекраснейшего великого поэта российского. Ей тоже мемориальная доска и на библиотеке, да, в Минеральных водах, Раиса Котовская. Вот. И есть еще Владислав Ударин, поэты. Но к ним прибавился сейчас прекрасный писатель, прозаик Игорь Срибный. Игорь Леонидович, я прошу вас подойти сюда. Ну, я больше его знаю. Игорь Леонидович Срибный закончил Харьковский юридический институт, работал в уголовном розыске, в военной разведке, участвовал в боевых действиях, 6 раз ранен, награжден 3 орденами мужества, орденом Красной Звезды, и все его книги, это все, что пережито. Это я 2 показываю, а у них уже их больше 20 сейчас, да, больше 20. Вот. А я показываю вам книги, по которым он принят в Союз писателей России. И я с удовольствием вручаю билет члена Союза писателей России Игорю Срибному. Обмывается. Дальше так. Есть желающие? Да, вот. Вот. Хороший пример заразителя, хотя иначе иногда говорят. Александр. Трелисов вот сделал подарок. Тут вышла новая последняя книга. Я хочу, чтобы ему сказать. Я главный работник библиотеки. Я 2 года назад выпустил эту книгу «Избранные произведения», которая для вашей библиотеки будет очень-очень полезна. Во многом. Первое. Здесь есть портреты выдающихся поэтов страны и даже зарубежных, как Джани Радави, с которыми я встречался, брал интервью, и вот их портреты здесь. Здесь есть 15 моих акварельных рисунков, моих, по Кавказу. Но самое главное, в этой книге есть большая поэма о Саше Мосинце. Эта поэма вам,
пригодится, я думаю, очень и очень. Как замечательно. Вот. Очень приятно. Пожалуйста, спасибо. Я подписал. Поскольку здесь есть много времени, мы, так сказать, сидим, некоторым, наверное, уже не в моготу, я не буду рассказывать, но только о Саше. Знаю его с 1959 года. Вообразите, многих на свете не было, а мы уже с ним познакомились и так прошли всю жизнь. Александр Алексеевич, а последняя книга о брате? Пообещай на следующей встрече. На следующей встрече. Да, могу два слова сказать еще. Можно? Да. У меня вышло, опять же, под редакцией вот этого уважаемого, о котором вы говорили, редактора Александра Пантелеевича, книга «Поговори со мною, брат». Да. Это уникальная книга по своей сущности. Вот некоторые уже читали ее. Что там уникального? А там моя переписка с родным братом, который был тоже писателем, крупным журналистом, автором многих книг и заслуженным работником печати СССР. А самое главное, исключен из партии и восстановлен. Это другой вопрос. Вот. И переписка эта с 1954 года, вы воображаете, какое-то громадное время, сколько времени прошло, до 97-го года. 50 лет переписки, в которой отразилась эпоха. Это были не письма «Здравствуй, я приехал, я уехал, мне приснилось». Это были письма, рассуждения о жизни, о переворотах. Их было за 50 лет тьма тьмущая. И вот эта книга... На жизни среди горцев Кабардино-Балкарии. Ну, просто я не стал отнимать время, можно о ней. Может быть, как-нибудь я вам расскажу. Спасибо. 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 Ну вот, Людмила Витальевна говорила, что будут новые находки, новые, так сказать, находки. Вот уже первые подарки уже есть. Дорогие. Подарит Ященко только что вышел. Николай Николаевич. А вот. Не надо. Не, давай, ну, давай. Ну зачем? Ну что ты принуждаешь? Не надо. На следующем подарок. Так. Есть же, вот гитара, я смотрю, сидит товарищ, да? Прямо сейчас? Прямо сейчас. Развернуть стул. Виктор Казус. Ну, я хочу официально поздравить эту библиотеку, потому что она мне родная, правильно? Да. И я, Людмила Витальевна говорила, что она похожа на мою бабушку. Очень правильно? Было такое? Было. А вот Федорович похож на моего дедушку. Федора. Родня вокруг. Ой, подождите. Мой дед был действительно ранен в конце войны. Ну, может быть, это совпадение. Все-таки совпадение. Я когда-то сидел, что мы когда было, знаете что, первое вечер памяти, я посмотрел, у деда что-то такое есть. На фамилии-то разные. Вот. Но я не буду об этом говорить. Я скажу, что я спою сегодня песню в веселом варианте. Вот. Мне попросила Светлана Ильинична написать на его стихи песню, позвонила. Вот. Ну, все родные люди, лица для меня здесь сидящие. Я прочту стихотворение, которое родилось, когда я работал над этой песней, навеяно творчеством Федоровича. Я сегодня, презрев электрички, нажимая педали на вело, покачу. Нет, не привычку, потому что душа захотела. Под бештау или развалку заплутаю на тропах в лесу, или, может, удить на рыбалку, размышлять, крест какой я несу. До безумия вдышаться в природу, до веселья на травы упасть, насмотреться в охотку на воду,
погасить в себе жгучую страсть, ту, которая в теле скопилась от мирской и людской суеты. Ночью детство в деревне приснилось. Мать с отцом говорили мне ты, не спеши в этой взбалмошной жизни, все еще впереди, все придет. Не дави себя укоризной и грехами наперечет. И мне очень понравился, значит, эпиграф, напечатанный в приглашении. Я его перед песней хочу прочесть. Но если обо мне приятна память, я об одном прошу, как благодать. Меня давно отпетыми ветрами с улыбкою прощальной вспоминают. Я есть и нет меня, остался только голос, плоть полная огня, в трубу перемололась, недадобен мне дом. Желание предела ношу себе самом, былую память села. Ношу себе самом, былую память села, и вроде с каждым свой, да никому не близок, как ветерок сквозной. Как птица над карнизом, ходи себе, дыши, блаженствуй при охоте, все только для души и ничего для плоти. Все только для души и ничего для плоти. Все только для души и ничего. Весь на такой веселой ноте. Вот и давайте закончим наш праздник сегодня по случаю присвоения библиотеки имени нашего прекрасного поэта Александра Мосинцева.